Ульяновский РИЦ возобновляет работу. Все городские филиалы, кроме тех, что находятся на территориях торговых центров, таких всего три, вновь открыты. Созданы все условия для максимально безопасной работы пунктов приема платежей. Работает всего несколько касс во избежание большого скопления людей. Проводится дезинфекция помещений, нанесена разметка социальной дистанции, а места сотрудников оборудованы дополнительными средствами защиты. Накануне волонтеры, помогающие пожилым людям, получили право бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах Ульяновска. Такое решение принял глава города Сергей Панчин, отметив, это выражение признательности за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Воспользоваться льготным проездом участники добровольческих движений могут, предъявив свой бейдж. Во дворах станет комфортно, а в городских парках интересно. Более 350 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направят на преображение Ульяновска в 2020 году. Чтобы проектные картинки не расходились с реальностью, все работы на личном контроле у губернатора. В этом году планируется благоустроить 55 дворовых территорий и 8 общественных пространств.